Я читаю 102-й псалом. Псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господня к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, то есть пыль. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их». Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь голосу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа!